гражданин, до сих пор не определились, в какой цвет вам дверь красить. Не надо мне ничего красить. Еще чего? Это мой дом. Дом ваш, а законы наши. И каждой категории иноагента должен соответствовать свой цвет двери. Чтобы органы сразу понимали, что им делать. Стучать, звонить или сразу дверь выламывать. Я не иноагент. Не иноагентов не бывает. Вопрос только в классификации. А она у нас, спасибо нам, обширная. Есть иноагенты, есть третьи лица, приспешники, наймиты, предатели. Короче, выбирайте, какой именно мразью вы хотите быть. Вот, например, этот цвет значит русофобы. Этот – подрывники духовно-нравственных ценностей. Могу порекомендовать вариант с русофобией. Очень модно в этом сезоне.